Такой суп понравится деткам. Это йогуртовый супчик, очень легкий. Нам понадобится кастрюлька, у меня маленькая, 1,5 литра примерно. Добавляю сюда одно яйцо, взбиваю. Также добавляю сюда 200 миллилитров йогурта без добавок. Все хорошенько перемешиваем. На данный момент плита включена на медленном огне. Добавляю сюда 2 столовые ложки муки. Перемешиваем, чтобы не оставалось комочков. И вливаю сюда где-то примерно литр воды кипяченой. Все хорошо постепенно, постоянно помешиваем венчиком. Подсаливаем по вкусу. На этом этапе добавляю 2 столовые ложки вот такой вот мелкой лапшички. Вместо лапши можно добавить пару ложек столовых риса. Рис нужно промыть и добавляем в супчик. Доводим до готовности, либо макарошки, либо рис, смотря что вы добавили. Доводим до готовности нашу лапшичку. Делаем зажарочку. Здесь у меня где-то 50 грамм сливочного масла. Растапливаем масло. Зажарка простая, масло сливочное и чайная либо столовая ложечка сухой мяты. Это уже смотря насколько вы любите эту специю. Можете добавить меньше, больше. Растопили масло и добавляем сухую мяту. Обжариваем где-то секунд 10. Наша зажарочка готова. Добавляем ее в супчик. Провариваем еще минуты 5. И наш суп готов. Вот такой вот очень легкий и вкусный супчик. Его очень любят детки. Друзья, всем спасибо за просмотры. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь. Всем пока.